Сегодня в нашей стране День памяти и скорби. 22 июня 1941 года жизнь советского народа разделилась на до и после. Ведь началась Великая Отечественная война, которая стала самой разрушительной и кровавой в истории России. Она продлилась 1418 дней и закончилась 9 мая 1945 года. Победа далась тяжело. За это время Советский Союз потерял почти 27 миллионов человек, а также было частично или полностью разрушено свыше 1700 городов и более 70 тысяч сел и деревень. Это самая печальная дата в российской истории навсегда останется в памяти граждан. Во всех городах России сегодня пройдут мероприятия. Каспийск также не стал исключением. В 12:15 наш город со всей страной присоединится к акции «Минута молчания» – память о погибших в битвах Отечественной войны. В 16:00 у обелиска памятника «Скорбящая мать» пройдет общегородской митинг, а в 19:00 жители города соберутся на площади имени Ленина для того, чтобы осветить картину солдата 10 тысячами свечей в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны».